Всем привет! Так, мы сегодня здесь, в деревне. Муж зашил цоколь. Не везде, где только хватило. Так, здесь немножко не хватило. И вот эта сторона. Но эту сторону мы пока оставим. У нас здесь остатки всякого материала пока останется под домом. И здесь нам надо будет прокладывать трубы. Поэтому пока так оно здесь все и будет торчать. Ну и а с этой стороны он все зашил. Останется только подпилить вот эти вот выступающие досочки. Все с этой стороны тоже все зашито. Цоколем тоже только подпилить останется и немножко вот укрепить еще снизу. Так у нас домик готов. Все. Сейчас нам надо его внутри начинять и сделать канализацию. Канализацию, подвести воду какую-то не очень, что-то такое очень эконом, не дорогущее. Вот. Недорогущее. У нас вон колодец стоит. Из этого колодца у нас вода пойдет вот в этот дом. Как, чего решим, я не знаю. Это, не знаю, муж решит. Наверное, вряд ли. Мне надо будет решать этот вопрос. Так, ну, здесь у меня посажены цветочки. Сегодня выкопала. И, господи, это кто у меня? Это у меня, как называется-то? Забыла, ладно. Тут насажала. Они сейчас у меня тут жарко, и поэтому они цепляются. Ну, во всяком случае, гортензия нормально стоит. Там гейхеру посадила, прикрыла. Так, это гортензия. Эта гортензия нормально тоже стоит. Так, вот эта гортензия. Тоже она хорошо, нормально. Так, здесь досадила, привезла какие-то от себя цветочки. Тоже посадила. Посадила хризантемку желтенькую. А Ксюша в прошлый раз вот цветочек. У меня корешки дала хризантема. И я посадила сюда хризантему розовенькую. Так, поставила пометки пока. Палочки воткнула везде и всюду. У Ксюши ремонтантная малина. Посадила два сюда кустика. Она у нее в запущенном состоянии. Не ухаживает. Та, которая у меня плодоносит шикарно и дает крупные плоды вот на данный момент сейчас. А у нее там есть, но не она такая у нее. Так, здесь корень закопала смородины, потому что мы выкопали смородину. Вот, вот оттуда она была в малиннике. Вот там вот вся заросшая, вся в малине. Ее не видать было там. Малина, пускай она там и будет, только надо ее будет прибрать. Ну и вот сюда посадили, выкопали с мужем смородину. Ну, дочь наконец-то прибирается на участке. Все у нее тут начинает приводиться более-менее божеский вид. Так, вот тут вот еще только осталось вот эти грядки накрыть травой. Так, а тут у нас что? Тут у нас клубника. Так, вот тут они выкопали картошку. И она вот начала обихаживать малину только. И смородину вот тут немножко она обиходила в этом, с этой стороне. Ну, вот надо сказать, что надо разрядить. Разрядить. И она оставила, у нее тоже второй раз зацвела. И вот заплодоносила желтая малина, которую мы продавали, очень много продали в этом году. По идее, надо 8 стволов оставлять. Ну вот, с той стороны где-то 8, и с этой стороны где-то 8. Разрядить она этого, по-видимому, не знает. Ну вот, смородина она тут выходила. Только надо подкормить, конечно же. И вот этот она, конечно, зацепила. Тоже оставила. Тоже у нее малина. Второй раз, лето хорошаще, второй раз заплодоносила. Только, наверное, конечно же, не успеет. Так, все подстрижено. Ну, вот валяются пока сухие ветки. Это все как бы уберется. Все подстрижено. Здесь сухая
Вишня. Вишню надо тоже вот эту верхушку подстричь. Надо убирать вишни. Так, вот тут у нее вишневый сад. Вот тут у нее вишневый сад. Много оставила. Вон там вишни тоже надо спиливать. Пускай остается поросли. Вот тут вот вишни все. Поросли. Вот они оставили. Ну, ладно. Так, ну и я еще посадила вот сюда цветочки. Все это будет видно, как оно будет выглядеть в следующем году. Зацепится, не зацепится. Корзина стоит, ждет своей участи. В следующем году сюда что-нибудь посажу. Может, петунии, если подарит кто. А может, еще какой-нибудь цветочек. Так, здесь у меня вот палочки стоят. Тоже я что-то посадила. Везде посадила. Тут и тут. Елочку посадила. А читок. Не могла этот распозгать. А читок. Что-то корень такой не очень большой. Поэтому кучкой пришлось его. Это в клубничной грядке. Надо бы, конечно, полностью вот здесь вот у нее расстояние большое, чтобы травой не зарастало. Я проложила все травой тут. Вот. Тоже посадить цветочки. У меня же тоже так же. А по краям будет расти клубника. Так что ж, вот. Ну, ладно. Мы собираемся домой. Все уже. Так, тряпку-то надо убрать. Что она тут у нас куда-то? Так, сейчас поставим эту лесенку. Лесенку надо будет покрасить нам тоже в такой же цвет. В темный, как пол. Как пол покрасим вот эту лесенку. Ну, она у нас такая отходит. Приходит. Так, ты вот не наступи, посмотри. Я знаю, я соберу его. Ну все, мы поехали домой.